Егор! А? Егорушка! Да! Егорушка, миленький, надо поехать на просеку встретить нашу новую хозяйку. Так ее ж Василий везет. Да вот, только что звонил он. Заглох на полдороги. Ну, скандал прям. Я тебя очень прошу. Я сегодня всю ночь не спала. Я боюсь, она меня сразу уволит. Помоги, пожалуйста. Да съезжу. Спасибо. Спасибо тебе большое. Слушай, Егор, вот рассуди нас с Максимовым. Ой. Я говорю, что новая хозяйка на базе нашего пансионата построит санаторий. Озеро-то целебное. Смотри, сосны, воздух. Да не будет она напрягаться. Она вон еще домиков достроит до кучи и будет их на лето сдавать. Домики — это хорошо, только маленькие, только чтобы лес не рубили. А по мне, чем народу меньше, тем лучше. Природа целей будет. Природа природой. Угу. На какие шиши содержать вот эту всю красоту? Фу, закоптил. А вот сейчас приедет и узнаем, что закрали. Ой. Вот гад, укусил и улетел. Комарьё. Это хорошо очень. Их почти что нет. Ага. А по весне такое количество комаров сожрут. Такое впечатление, что вы впервые видите нутро этой развалюхи. Да какая же это развалюха? Это реальный внедорожник. А, не новый. Но дело-то не в этом. Просто не любят эти вот иностранцы наши соляры. Не переваривают ее. Капризная ошибка. Илья, ты что расслабился? Иди помоги. А я что, я в двигателях вообще ноль. Давай. Вы хотите позвонить? Василий, а давай лучше ты. Чего? И попроси, чтоб... А вон они уже едут. Что, вот этот драндулет мне? Да. Они что, там с ума посходили? На этом только доярок возить. Да нет у нас доярок. Доить некого. Алло. Алло, Валера? Ну как, добралась? Да нет. Ты бы видел, что чемодан они мне тут прислали. Чей чемодан? Чей? Ну ты не слушаешь. Мой и Марианны. А я говорил, не надо было ехать одной. Слушай, Буянов, не лезь не в свои дела, ладно, а? Твоя компетенция безопасности охраны фирмы. Вот и охраняй. У меня для тебя новость. И какая? Тот араб, который собирался в нас инвестировать, не будет с нами работать. Почему? А потому что он из Эмиратов. Пожалуйста. А в Эмиратах к незамужним женщинам относятся как... Ну, в общем, не воспринимают их там. Со вдовой бы стал работать. Даже с разведкой. О, Господи, ну что теперь делать? Так что возвращайся скорее, дорогая. Пойдем в ЗАГС. И что, он из-за этого готов отказаться от строительства такого выгодного завода? Откуда у тебя эта информация? От Захарова. Ясно. Наш конкурент что-то придумал, да? Ладно, я подумаю, что с этим делать. Пускай Дума думает. А ты возвращайся и давай узаконим наши отношения. Или у тебя есть более достойный вариант? Я тебе 100 раз говорила. Никогда и ни при каких условиях я за тебя не выйду. И вообще, не надо мне звонить, мне без тебя тошно. Вот вы где закопались. Здорово, Василий. Здорово. Так, что там у тебя? Да вот, захлебнулась иностранка. Капризная ошибка. Ну, давай посмотрим. Да ладно, Егор, вы поезжайте, сам разберусь. Марьяна, а мы что, на этом корыте поедем? А вы бы нам еще трактор прислали, а лучше телегу. Трактор местный олигарх арендовал, а его жена на телеге ездит. Так что, пардон, элитный парк пуст. Вам достался эконом-класс. Ха. Надо же, извозчик-юморист. Я не извозчик, я егерь. Меня попросили барыню добросить до базы, я доброшу. А не нравится? Здесь по прямой пешком 5 км. Ничего, дойдете.
Больно смелый, егерь. Распустили вас тут. Ладно, разберусь с вами позже. Поехали. Василий, чемоданы грузи. Чьи? Я же сказал, мои, Марианы. Василий, ты смотри тут, не задерживайся. А то твой паркетник от косолапого не спасет. Да у меня в багажнике баян пятизарядный. Отобьюсь. Баян Хорошо. Пятизарядный? Это круто. Поехали. Можно помедленнее? Недороги мои зубы и мозги. Да, не маршрутку ведешь. У меня вообще такое ощущение, что ты права только вчера получил. А у меня их нет. Мозгов? Нет, прав. Они здесь ни к чему. Ни гаишников, ни светофоров. Осторожно, кошка. Это не кошка. Это рысь. Все равно кошка, какая разница, плохая примета. Плохая примета — это ездить ночью в лес в багажник. А вот и едут. Марьяна, сумка. Здравствуйте, Мария Ивановна. Мы вас так ждали, так ждали. Я не Мари и не Ванна. Я Марьяна для всех. И для вас в том числе. Попрошу запомнить. Ага. А то, как вы меня ждали, я уже вижу. Вы хоть понимаете, кому вы прислали эту колымагу? Ну, извините. Марьяна Ивановна. Трудно запомнить. Я не Марьяна Ивановна, а Марьяна, никак иначе. И вообще, откуда такая разговорчивая? Да я... Здравствуйте. Я Максимов. Да. Максим. Я представитель районной администрации. Представитель? А где же глава? У него что, дела поважнее нашлись, чем встреча с инвестором? Что здесь за бардак у вас такой происходит, а? Ну, не нужно так сердиться, вам совсем не идет. Я впервые вижу вот такую красавицу в нашем медвежьем углу. Ой, что за фамильярность? Ну, конечно же, в вашем медвежьем углу здесь больше никого не встретишь. Так, вместо всей этой словесной лабуды лучше бы машину поприличнее прислали. А не вот эту развалюху с хамом за рулем. Где здесь у вас директор базы? Я директор. Вы директор базы? Очень хорошо. Да. Где можно себя в порядок привести здесь? Пожалуйста, пойдемте, я вас провожу. Да, Максимов, егеря уволите, главу администрации ко мне. Вы не можете уволить егеря. Это еще почему? Здесь теперь все мое, я все купила. А я не продаюсь. Он по другому ведомству. Это природа охраны. Да? Ну, тогда сообщите об этом главе администрации. Я думаю, что он в силах решить этот вопрос. Через 2 часа жду всех на совещании. Все понятно? Угу. Пожалуйста, прошу вас. У нас тут очень хорошо. Особенно летом. Рыбалка, охота, конные прогулки. Зачем вы мне рассказываете? Если бы я не знала, я бы не купила вас. Ой, да действительно, что-то я разболталась. Хороший лес. Лес замечательный, просто замечательный. Вы знаете, столько грибов, а по утрам птички так поют, ну так поют. Грибы и птички, чушь какая. Пиломатериалы хорошие будут. Да. Алло, Марьян. Виолетка, с возвращением. Как Сейшелы? А, отвратительно. Мужики все козлы или алкаши. А конкуренток вообще полно. Да ну, у тебя конкурентки? Представь себе. Молодые и наглые стервы. Прям такие же, как ты в молодости. В их возрасте я была вообще пайдевонькой. В общем, что, отпуск не удался, что ли? Ну, так себе. Самолет, в принципе, был один, телефон взял. Ну, ты-то как? Нашла своего колдуна? Да нет пока. Слушай, и кто у тебя ребенок вообще? А, ну хотя да. Тридцатник миновал, и часики тик-тик-тик-тик. Слушай, неудобно пока говорить об этом. Давай потом. Ты знаешь, я в такой дыре. Марьян, тебе нужно менять свою жизнь. Влюбиться в мужика. И никакой колдун тебе не понадобится. Пожалуйста. А то одни сделки на уме, честное слово. А у тебя одни мужики, что лучше, что ли? Ой, ладно, злая ты. Слушай, как освободишься, звони.
Мне столько тебе надо рассказать. Я себе такую татушку сделала. На таком месте. Мне в твои проблемы. Пока. Пока. Куда прешься? Что здесь делает этот человек? На заимку собирается. Пока нового найдут, поработает там немножко. Я не привыкла повторять дважды. Он уволен. И какое он отношение имеет к моим лошадям? Егор... инструктор коневод по совместительству. Был. Вот именно, что был. Отойдите от моей лошади. Трындец. А вот эти плебейские выражения оставьте для своих друзей-конюхов. Да, Татьяна Георгиевна, конечно, вынесет она вам мозг по полной программе. Хам. Рад познакомиться, хотя и не очень. Пока. Возьмите сопровождающего, Марианна. Я очень нуждаюсь в ваших советах. Еще что-нибудь посоветуйте мне, а? Извините. Вот бешеная тетка. Чего к мужику привязалась? Как у нас дела? Никак, никаких дел не будет. Готовились к финансированию и развитию, а попали под закрытие. Пойдем рубить лес. Она что, такую красоту под топор пустит? Она и глазом не моргнет, так и заявила. Хорошие пиломатериалы. О, дела. Не могу. О, дела. Ладно, пойдем. Подумаем. Давно нет нашей хозяйки. Да не волнуйтесь вы так. Тем более она не любит, когда ее контролируют. Эх, милые, это тебе не город. Тут всюду опасность. Опасность? У-у-у. Я вас умоляю. Марианна найдет выход из любой ситуации. Ну-ну. Угу. Вляпалась в историю ФИФА. Тяжелая какая.
Татьяна Георгиевна? Егор. Егорушка, как хорошо, что ты позвонил. Наша барышня куда-то пропала. Представляешь, я так волнуюсь. Да тут она у меня. Забирайте. Дай доктора прихватить, а то она головой ударилась. Как это головой, а? Почему головой, а не другим местом? А я знаю. Ну, наверное, самое твердое. Головой? Сильно? Ну, принесло это добро течением реки. Я гляжу, бревно не бревно, а на нем это... Русалка, блин. Слушай, надо срочно ехать к Егору и доктора вызвать. Дай трубку. Так, медведь, слушай меня внимательно. Это хочет вырубить наш лес. Ей белый материал интереснее. И вот что я решил. Ты там ее у себя. Попридержи день-ка-два и телефон спрячь. В смысле? Нельзя ей позволить вырубить лес. Это же экосистема. Кусочек выдернешь и все посыпется. Не будет у нас ни озера, ни животных, ничего. Чего тебе объясняю? Ты лучше меня все это знаешь. А если у нее серьезное сотрясение? Ты не знаешь, как помочь при сотрясении. Ну не смеши ты меня. Слушай, Егорушка, миленький, я тебя очень прошу, помоги нам. Мы постараемся как-то через Москву, через свои связи, как-нибудь все это дело уладить. Ладно, но учтите, я егерь, а не укротитель. И боюсь, эту Бегеру я долго не выдержу, а патронов жалко. Хорошо, спасибо. Спасибо, родной. Спасибо. Как голова? Не кружится, не тошнит? Ты что, меня похитил, что ли? Да, Маш, видать, ты шибко головой ударилась. Какая я тебе Маш? Я Марьяна Журавлева, хозяйка всего здесь. И ближайшей бензоколонки. Марья, я ж тебе говорил, не копайся ты так долго в грядках. Пожалуйста, вот результат. Какие еще грядки? Ты что, издеваешься, лесник? Как я здесь очутилась? А ты не помнишь? Ты копалась в грядках. И вдруг ни с того ни с сего села и упала в обморок. А я, главное, гляжу, копается моя Маша в грядках. И копается. И вдруг прямо в грядке лицом. Как шок с картошкой. Что ты несешь? Грядки, картошка. У меня с памятью все в порядке. Как я здесь очутилась? Я с тобой разговариваю, слышишь? И где мой телефон? Зачем ты меня похитил, а? Быстро вези меня на базу, слышишь? У меня совещание с главой. Немедленно вези меня на базу. Успокойся, сядь. Отдохни, а я пойду дрова поколю. Ты чучело лесное. Ты помнишь, что я тебя уволила, а? А я ведь еще и засадить могу за похищение. Как я здесь очутилась, а? Ну-ка прекрати весь этот цирк и вези меня обратно. Я здесь хозяйка, ты обязан мне подчиняться. И вообще, где мой телефон? Я еще раз спрашиваю. Так, если у тебя что-то с головой не в порядке, это не причина буянить. Пусти меня! Пора тебя изолировать! Пусти меня! Посидишь, ты? Успокоишься. Я тебя посажу! А то ты меня совсем раздухарился. Выпусти меня отсюда! Выпусти, кому говорят! Как
таком... Открой немедленно! В таком хилом теле столько бесполезных эмоций. Ой, вкуснота-то какая. Выпусти меня немедленно! Я кому говорю? Эй, ты, как тебя? Зови меня Леший. Леш, выпусти меня. Леший, ты Чехова читала? Ну, серьезно. Ну, мне очень нужно на базу. Ну, выпусти меня, пожалуйста. Ну вот, умеешь. Нормально с людьми разговаривать. Никогда тебе этого не прощу. Ничего, переживу как-нибудь. Где мой телефон? Так тетю твой телефон накрылся. Вон на скамье. Мне надо на базу. На базу вас в Милене доставить не могу. А тут пешком километров 30 далековато. А у тебя вон лодка, вези меня на лодке. Ой. Лодка-то есть, бензина нет. Повинуясь вашему приказу, я убрался с базы. А заправиться не успел. Ну, телефон-то у тебя есть? Мне телефон как мертвому припарка. Звери не звонят, сами приходят. Кругом цивилизация, а ты как дикарь в этой глуши живешь. Диоген в бочке жил и был счастлив. А, ты еще про первобытных людей вспомни. Человек чем больше имеет, тем больше беспокойства. А я обхожусь минимумом. Хорошо. Пойдем пешком, веди меня. Так, ты в своем уме? Тут скоро стемнеет, а ночь – время хищника. А мы? А мы вон ружье возьмем. Иди одна, никто тебя не держит. Тоже навязалась. Да вообще у меня куча дел. Какие у тебя дела? У тебя главное дело меня на базу сейчас вернуть. Так, ты что, забыла? Ты же меня уволила. Ты не мой начальник. Так что иди одна. И пойду. Я ничего не боюсь. А куда ты мою одежду дела? Так вон, на веревке висит. Извини, утюга нет. Ладно. В лесу, в твоем дурацком тряпье, меня никто не увидит. А хищникам все равно во что-то одето.
Это еще что? Тут у нас всякое разное. Ну, пойдем домой, а то скоро стемнеет, а ночью здесь, правда, опасно. Дай руку. Сама встанешь. Пойдем. Вот тебя, вот тебя. Ты когда меня сможешь проводить? Ну, через пару дней. Как через пару дней? Почему? Ну, вот дела свои завершу и провожу. Если, конечно, поможешь мне. Как? Это тебе я завтра расскажу. А сейчас пошли в койку. В смысле? В прямом. Да, даже не надейся. Будем в избе спать. Зачем это сделал? Ты зачем вылил? А сюда иногда кабаны заходят, волки, так что пусть поедят. Нет, я тоже есть хочу. Да? Да. А я слышал, что леди, как вы, после 6 ни-ни. А те, которые после 6 под нож ложатся, чтобы лишний жир счищать, это правда? Как ты смеешь? Значит, лгут, тоже добровольно-то под нож ляжет без нужды. Я и не поверил. У тебя чистое белье есть? Белье? Что? Такая леди, как вы, должна спать только на мехах. Вообще-то меня и та постель устраивала. А если кто узнает? Да меня уважать перестанут. Скажут, хозяйке леса не предоставил лучшее, что есть в доме. Я не буду на ней спать, она пыльная. Ну, тогда так, как Рахметов на досках. Ладно, 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 я согласна. Пусть будут меха. Ой, какая вы все-таки переменчивая натура. То одно, то другое. Прям не угодишь, принцесса. Вот ты где. Кобыла пришла. Кобыла ко мне? К тебе. Без седла. А Марьи Ивановны нет. Чую я, беда случилась. Беда. Да ладно вам, беда. Надо было еще вчера розыск объявлять, а не сидеть пить. Давай, собирайся. Вот стерва. По-любому привлечет внимание. Так, мужики, смотрите. Михалыч, пойдешь в этот квадрат? Понятно. А? Да, Иван, ты вот сюда. Да, понятно. Да? Так, Вась, да. Двух человек добросишь до просеки. Доброшу, конечно. Хорошо. Ну что, вопросы есть? Ружье-то она взяла. Откуда оно у нее? Что ты? Так, теперь, вот важно. На заимку к медведю не соваться. Не ходите туда вообще. Хорошо, он все хорошо знает, он сам ее ищет. Понятно, понятно. Ясно? Да. Ну все. Погоня, мужики! Ладно, поехали, поехали. Так, ко мне двое. Ты с той стороны садись. Петь, возьми. Ага. Ее ищут. Да, местные люди. Местные. Ага. Бедная женщина всю ночь провела в лесу. Может, вы дадите дополнительно людей, Сергей Сергеевич? Ой, благодарю вас, я жду. Только бы нашлась. Живой и невредимой. Ой. А что, может не найтись? Возможно. У нас на это, конечно, народ опытный. Лес знает. Тут что главное? Главное, чтобы ночью волки не съели. Вот что. Да. Проблема. Угу. Необходимо звонить начальнику службы безопасности. Значит так, если с Марьяной что-то произойдет, то вам Буянов точно бошки пооткручивает. Понятно? Охо-хо-хо. Какой грозный, да ох. Ты в Москву звонила? Ой, слушай, бесполезно. Мой знакомый в опале, он просто боится ввязываться в эти дела. Труба.
Ого, чудеса. Ты, оказывается, стирать умеешь. А жарить грибы пробовала? У меня вообще-то домработница готовит. Ну, здесь домработниц нет, поэтому... Хочешь поесть, будь добра, почисти. А приготовлю я сам, а то переведешь продукт. Что хромаешь? Да так, ногу уже слегка. Дай я посмотрю. Да нормально. Я вижу, как нормально. Нормально. У тебя йод есть? Да был где-то. Где? Да там, в избе, на полке. На какой полке? Ты что там, скальпель точишь? Это мой шнурок. Шнурочек. Иди ко мне. Она ручная, ласковая, в отличие от некоторых. Ненормальный, в доме змея. Ладно, пойдем, тебя грибы ждут. Пойдем, шнурочек. Ненормальный. Так, давай ногу. Да ладно уж, ничего не будет, завтра заживет. Не спорь. У меня дедушка травматолог. Коленные чашечки надо беречь. Ну, все, все, ну хватит. Ты бы грибы лучше почистила. Есть охота. Тебе не надоело? Сколько можно надо мной издеваться? Ты не можешь меня насильно удерживать здесь. Заставлять чистить грибы свои поганые. Змею твою терпеть. Есть же лодка. Можно на веслах. Так, я вижу, ты не угомонишься. А сама не попробуешь. Ладно, идем. Что? Пойдем, пойдем, пойдем. Можно повежливее? Пойдем повежливее. Видишь течение реки? Значит, тебя откуда принесло? Оттуда. Правильно. Прошу. А я надрываюсь. А ну, бери весла. Так, ну-ка, хорош, буяньте, греби к берегу. Как ты вообще смеешь мной командовать? Остынь, барыня. Вытащи меня. Вытащи, я приказываю тебе. Немедленно. Я ненавижу тебя. Я плохо плаваю. Вытащи меня. Она меня ненавидит, а я ее вытаскивать должен. Нет уж, леди, поплавайте, пока нормально не попросит. Что ты хочешь, чтобы я утонула? Такие, как вы, не тонут. На что намекаешь, чучело? Ну-ка, руку дай мне. А где нормальная, человеческая, пожалуйста? Ну, вытащи, ну, пожалуйста. Ну что, отдышалась? Ну-ка, греби к берегу. Греби, греби. Ты издеваешься, что ли? Опять я должна. Мало того, что чуть не утопил меня, совсем одичал в этом лесу своем. Так, я не заставлял тебя ни грести, ни в лодку лезть. Ну, сказал же, без бензина о лодке можно забыть. Нет, не верю. Давай, греби, греби. Ладно, давай, иди, садись. Давай, давай, давай.
Да. Ничего себе. А что это ты здесь развалился? Марианна, когда узнает, что ты в ее кабинете курил, она тебе такое устроит. Мало не покажется. Ты знаешь, мы с Марианной женимся. Что за бред? У нее нет другого выбора. Ну да. Я сказал арабу, что она не замужем, и он решил отменить сделку. Ты? Не так везет с этими арабами. Помечтай, помечтай. Слушай, а что ты такой спокойный, а? Тебе что, Илья не звонил? Нет. А что? Да Марианна пропала. Еще вчера в лесу. Ты же знаешь ее эти фокусы. Какой-нибудь очередной каприз. Не, ну если действительно. Вдруг ее волки съедят. Не паникуй. Ой, да ну тебя. В конце концов, я уважаю ее право на уединение. Эта лодка на балансе, у нее даже инвентарный номер есть. Поэтому бери веревку и тащи наверх. Она на тебе числится. Ты и тащи. Так, объясняю. Ты женщина, а женщина должна быть доброй, женственной, ласковой. Именно такая женщина достойна уважения. И вообще никогда не спорь с мужчиной, даже если он не прав. Умная женщина никогда не повысит голос на мужчину. Да и вообще ни на кого. Она будет отдавать приказы спокойным, ровным голосом. Четко и ясно. Так, у меня нет рыцарских комплексов, поэтому, если будешь продолжать дерзить и упрямиться, брошу тебя здесь одну, на съедение волкам. Никто тебя здесь не спасет. Туда 30 километров ни души. И последнее. Я обеспечиваю тебе кровь, еду, защиту. А ты, в свою очередь, усмиряешь свою гордость и делаешь пребывание свое здесь как минимум полезно. Я надеюсь, ясно выражаюсь. Для особо вздорных и упрямых повторю. Любую демонстрацию обид, капризов буду расценивать как сигнал к противодействию. Ясно или повторить? Не обязательно повторять. Ладно, я готова помогать тебе в твоих делах. Но только недолго. У меня фирма, люди. Ты даже не представляешь, сколько от меня зависит. Так я вижу, что ты важная птица. Тебе решать, быть лесу или пиломатериалом. Дался тебе этот лес. Ну, вырубят его, лесники новые посадят. У них работа такая. Сажать. Ты уж прости, но сажать не их работа. Ну, я про деревья. Да тут экосистема. Вода целебная в озере. Здесь местные практически не болеют и очень долго живут. Странно, Минздрав не в курсе. И слава богу, что не в курсе. А то понаехали бы, вроде тебя. Я-то в курсе, а то бы я не стала свои деньги вкладывать. Ты знаешь про целебное озеро? Ну, конечно. И про то, что у вас вроде знахарь какой-то. Знахарь до сказки. Хотя, может, про Матвеевича. Так он жил около озера. А сейчас где? Умер весной. Ему не меньше 100 лет было. К нему бабы со всех концов приходили. Со своими проблемами. А ты чего расстроилась? Тебе знахарь нужен? Проблемы? Да нет, мне никто не нужен. У меня нет проблем с экосистемой. Ну ладно. Тогда поедим и пойдем работать. Если ты не передумал. Я не передумал. Ну? Ничего. И у нас ничего. Ну так нужно еще людей привлечь. Ну а где же мы их возьмем? Послушайте, если с ней что-то случится, то вам не поздоровится, я вам обещаю. А ты нас не пугай. Тоже мне начальник нашелся. Ты сам-то чего сидишь на месте?
Иди, спасай хозяйку. А то узнаешь, что ничего не делал. Уволит. Ну хорошо, понятно. Нет, такими темпами мы до утра не дойдем. Быстрее можешь? Мне тяжело и неудобно. Хочешь, поменяемся? Нет уж, спасибо. Ну, хозяин, барин. Отдохни пока здесь. Ай! Что такое? Егор! Что-то в глаз попало. Ой. Залетело что-то. Постой. Да ты, ну, можешь не моргать. И не три рукой. Так, подожди. Не моргай. Ты что задумал? Мошку достаю. Языком? Нет, пальцем. Мошку и всякую всячину, попавшую в глаз, в народе языком доставали. Это меня Матвеич научил. Знахарь, как ты его называешь. Иди сюда. Успокоилась? Вот и все. Ну-ка, подожди-ка. Казалось, глаза разные. Да, вот. Правый больше, а левый меньше. Хотя нет, одинаковые. Нормальные у меня глаза. Очень даже красивые, говорят. Ты не обольщайся. Обыкновенные глаза. Марьяна, постой. Ты хочешь еще что-то хорошее сказать? Вещички забыла. Получается? Не очень. На лице до высших образований, а руки и мозги заточены только под компьютер. Ну, хватит издеваться. Видишь же, что я стараюсь. Да я вижу. Ладно, отдохни пока. Спасибо, мой господин. Маленький. Да тут такой ежик. Какой славненький. Маленький такой. Ой. А ты, оказывается, способна на нежность. Просто я таких в детстве в речке топила. Тебе что, заняться нечем? Ну ты же меня на кухню не подпускаешь. Так ты же говорила, что готовить не умеешь. За тебя домохозяйка все делает. Ну, может, чего-нибудь я бы и приготовила. Чего-нибудь не надо. Мне мое здоровье дороже. Ты лучше пошла грибов набрала на ужин. Где я их возьму? Да их тут полно, под каждым пнем. Корзину-то возьми. Вот Матрена.
Кто-нибудь есть? Хозяева! Дома кто-нибудь есть? Люди! Кто-нибудь есть? Виолет, слушай, я на озере у местного егеря. Его зовут Егор. Мы вообще тебя обыскали все, ну ты даешь. Позвони Илье, я не помню его номер, пусть приедет за мной. Ну а знахарь-то как нашла? Умер знахарь весной, опоздала я. Ну и бог с ним. Ну а как Егор-то? Симпатичный там? Прекрати. Ну что прекрати? Нашла бы себе там мужичка. Они же там здоровые. Кровь с молоком. Вот, может быть, без знахаря забеременеешь. Виолет, я тебя умоляю, прекрати. Слушай, а ты что, за Буянова замуж выходишь? Я? За Буянова? Ты с ума сошла? Ну, вообще-то этот Гоголь уже всем рассказал, что вы женитесь, что у вас свадьба. Вот я и решила. Размечтался. Просто моим партнерам-арабам надо, чтобы я была замужем. Зачем? Вот такие у них в Эмиратах законы. Без этого они не подпишут контракт на инвестицию. А где я сейчас найду мужика для этого контракта? Ну, тогда выходи за Буянова. Нет, мне нужен такой муж, чтобы он женился на мне и в дела мои не лез больше. И в постель тоже. Я согласен. Алло. Алло, Марин. Я женюсь на тебя и выполню все твои условия. Марьян, ты где? И что ты хочешь взамен? Алло. Лес не трогай. Здесь целебное озеро. Звери, они погибнут. Экосистема. Алло, слышь меня? Что там у тебя, ну? Алло? Ты где? Алло, Виолетка, срочно приезжай, выхожу замуж. Буянову только ничего не говори. А, ну что, вам нравится? Ужас! Ну хорошо, я переделаю. Надо же, не ожидала. Ну хорошо. Тогда договоримся так. Юристы привезут тебе контракт. Ой, хотя нет, растрезвонят всему свету. Если хочешь, чтобы никто не знал о нашем уговоре, придется поверить на слово. Тебе поверить? Ты мне врешь все время. Вру? В чем? Да во всем. Дом этот, компьютер, телефона у него нет. Сирота. Это дом Матвеича. Он мне вроде отца был. И дом после смерти оставил. Наш уговор дорого стоит. Дай телефон. На. Татьяна Георгиевна, добрый вечер. Завтра в 4 у нас с Машей свадьба. Вот это мужик. Ну и где они? Может, она передумала, а? Егора тоже нет.
Какой был холостяк. И нет холостяка. Докончай причитать, лучше помоги. Сейчас. У тебя выпить есть что? Надо? Угу. Потряхивает. Угу. Ага. Я когда женился, меня тоже трясло. Ничего, сейчас поправим. Как это все неправильно? Правильно, неправильно. Че, назад хочешь открутить? Да и не про то, чтобы назад открутить, но как-то все очень скоро. Я вообще поражаюсь, как тебе эту девушку удалось треножить. К ней же ни на какой козе не подъедешь. А я на моторной лодке. А? За моторную лодку? Антюсом развелся. Ревность. Ревновала меня жутко. Вот по телевизору показывают красивую женщину. Я смотрю, она в истерику. Я говорю, что такое? Почему скандал? Однажды в городе приревновала меня к манекену. Представляешь? Я говорю, что ты к ней ревнуешь? Она же пластиковая и без головы. Нет, скандал, ревность. На, ты только не чисти. Надо снять напряжение. Вот из-за такого снятия меня жена и бросила. Ты же говорил за ревность. Одно другому не помеха. Друзей моих она не любила. Друг в гости приходит, что приносит? Вот. Так вся семейная жизнь развалилась. Да. Беда. Я помню, как ты пить бросал. А что толку, Егорушка? Я же когда трезвый. Ну? Я скучный. Понимаешь, людей не люблю. Пою плохо. Говорю плохо. Танцую вообще никак. А сейчас смотри. Чувствуешь? Может, она передумала, а? Егора тоже нет. Ничего себе, он так стоит. Ой, это моя свадьба. Видел бы папа. Слушай, подруга, может, ты все-таки передумаешь? Может, все-таки Буянов? Ты его в любой момент построить можешь, поступки его предугадать. А это что за гусь? Нет. Буянов только притворяется, а сам спит и видит, как бы захватить фирму и мои банковские счета. Mm-hmm. Мне лучше не напоминай о нем. Mm-hmm. Мне еще надо разбираться, кто выкрал из сейфа мои векселя. Думаешь, это он? Вряд ли. Но он отвечает за безопасность. А раз не хочет разбираться, значит, заинтересован скрыть. Значит, Буянов стервятник? А твой Егор ясный сокол, что ли? Да, типа того. Слушай, я тут с одной местной теткой разговаривала, буфетчица из кафе. В общем, она сказала, что действительно этот знахарь умер. И действительно есть это озеро. И если в нем искупаться, то обязательно родишь. Да. Вот только купаться надо голышом. И регулярно. Да. Ну что ж, задержусь. Холодно, осень уже. Я потерплю, ничего. Ага, терпи, терпи. Только для этого обязательно мужик еще нужен. Ну вот только не знаю, до или после. Во время. Нет. Вон. Ой. Прошу. Идем, пора. Угу. Дорогая Марья Ивановна. Без Ивановны. Ну, а я как? Я так и говорю. Дорогая Марианна Ивановна. Без Ивановны, я сказала. Я так и говорю. В этот радостный день мы рады приветствовать вас. Я глава района Сергей Сергеевич. Где жених? Так, а он разве не с вами? А у моей Маруси русая коса! А у моей Маруси русая коса! Жаль, жаль, жалко мне русая коса! Жаль, жаль, жалко мне русая коса! Полюбить ее можно, а целовать нельзя! Полюбить ее можно, а целовать нельзя! Давай.
Здорово, народ! Здравствуйте! Так, что здесь? Ну что, все на месте? Он же пьяный. А что? Я похвалить, мужики. Дорогая, извини, ну задержался. Да, я вижу, немного. Да, ясный сокол. Прекрати, жених все-таки мой. Так, Максима, жениться пора. А, сейчас. Я вернусь. Давай. Подождите, хлеб, соль. Пойдем. Ага. Дорогие жених. Так, пропустите. А? Где здесь ЗАГС? Там. Соль. Гости, цветы, платья и все это, увы, не для меня. А ведь 4 года, душа в душу. Фирму подняли. Тяготы и радости делили. Да. Ой, какой. Ты его пригласила? Кого? Хорошая шутка. Эх, Марьяна, Марьяна. А это что? Это жених. Ну? Да, дорогая моя. Этой выходкой ты превзошла себя. Буянов. Отказать мне в пользу вот этого? Прекратите снимать. А вы снимайте, снимайте. Мадам Журавлевой нужен пиар. Буянов, перестань, ты на свадьбе. Нет, я-то гадал. Чего это она отправилась в эту глушь без меня? Кто это? Вот, оказывается, что. Понятно. Что-то я не понимаю. Сколько ты заплатила за свадьбу этому? Это что? Мачо. Иди-ка сюда, фаворит. Будем разбираться. Ты вообще, это что? Ну что это, юноша? И сюда! Иди сюда! И сюда, я тебе сказал! Поговори. Иди сюда, юноша. Кто вообще, а? Егор! Прекратите снимать! Прекратите снимать! Нет, нет, дорогая моя, их ты не купишь. Нет, Захарова, завтра все узнают. И твой араб в том числе. Нормально, как мужик, можешь? Что ты делаешь, а? Что? Куда я? Сейчас. Хорошо, потом. Вас ждут, вас ждут. Выйду! Разберемся, разберемся! Пойдем, я фраер нашел! А хлебушек? А хлебушек, спасибо! Мир вам, селяне! Давайте к селянке, давай ставим! Эх! Идем! Ну вот и погуляли. Может, по маленькой? Давай, а. Уважаемые гости, мы рады видеть и приветствовать вас в этот торжественный день. Уважаемый жених Егор Дмитриевич и невеста Марианна Ивановна, сегодня у вас замечательный день. День рождения вашей семьи, ячейки общества. Впереди вас ждет совместная жизнь. Кто такой жизнь. Буянов? И какое она Никто. Зависит от тебя вас. Это не должно волновать. Доброты, я скоро стану твоим законным мужем, я же должен знать. Ты уже свое сделал, теперь я должна. Друг друга. Надо что-то делать. Что? Если надо простить. Но... И в Вася, журналисты все равно скандал раздуют. Что такое? Если еще узнают причину брака? Государственной регистрации брака. Может, я уеду сразу после свадьбы? Куда? А может, сделаем медовый месяц? Поешь на озеро? Соблюдем формальности на 2 недели? Прошу ответить жениха. Я согласен. Ваш ответ, невеста. Марианна? Марианна! Вас. Согласна. Ваше взаимное желание и согласие дают мне право зарегистрировать брак. Приглашаю вас поставить подписи в актовой записи о заключении брака. Проходите сюда, пожалуйста. Сначала вы жених. Вот здесь еще. Теперь вы. В знак вашей вечной любви и супружеской верности
На счастье наденьте друг другу обручальные кольца. Я поздравляю вас. Ваш брак зарегистрирован. Поздравьте друг друга с вашим первым супружеским поцелуем. Вы веселитесь, дорогие гости, а нам пора. Как то есть пора? Как пора? Как это, столы накрыты, какая свадьба? Без жениха и невесты. Нам уж очень хочется вступить в законные Егор. Права. Да? Ну, Егор. А свидетель нас заменит. Я правильно говорю? Максимов? Да. Горько! Максимов! Ну, давай! Выручай друга! Ой, да. Красота. Все-таки не зря говорят, что человек создан для созерцания. Это придумали бездельники. Жизнь – это темп. Дисциплина – точный расчет. В 20 диплом, в 25 ведущий специалист, через пару лет главный, в 30 мать. Родить желательно между совещаниями. И сразу же отдать ребенка педагогам, чтобы воспитали такого же робота. Да что ты понимаешь? Ты вообще не знаешь, что мне пришлось пережить, чтобы достичь того, чего я достигла. Не надо лезть в мою жизнь. Это часть нашего уговора. Ну, извини, перегнул палку. Извини. Ну, держать меня столько времени в сарае, имея такой дом. Телефона у него нет. Ладно, пережила. Пойдем, отметим. Все-таки не каждый день. Женимся. Да пошел ты со своим отмечанием. Ну, как хочешь. Жизнь по плану ему не нравится. Может, я вообще хотела стать учителем истории? Папа умер, и всем пришлось доказывать, что я могу руководить фирмой. Доказала. А дальше что? Может, пора остановиться? Ради чего? Моя жизнь, может, вообще без работы ничего не стоит. Вот ты ради чего живешь? В глуши. Ни семьи, ни детей, ни друзей толком. Прячешься? От людей или от жизни? Может, ты права, но так сложилось. Но ты ведь не об этом мечтал. Не о жизни здесь, в лесу. Я видела твои медали. Ты знаешь, я тоже раньше как ты жил. 5 часов на сон, 5 секунд на предварительные ласки. Извини. В общем, жизнь так и не успел. Не представлял свою жизнь без армии. Меня 5 лет назад комиссовали по ранению. А мой друг из этих мест. Мы с ним под обстрел попали в Таджикистане на границе. Ну, потом госпиталь. Я только как выкарабкался. Правда, ходить не мог. А он нет. Умер прямо в госпитале. Сюда приехал матери его рассказать. Ну, ты ее знаешь, Татьяна Георгиевна. Так здесь и прижился. Она, можно сказать, меня спасла. На ноги поставила. Привезла к Матвеичу. Они целое лето к озеру на себе таскали. Значит, Матвеич твой был знахарем. Ну, трава лечебная, вода, а так, чтобы заговоры, нет, навряд ли. А он свои знания кому-нибудь передал? А ты почему знахарем интересуешься? Проблемы со здоровьем? Нет у меня никаких проблем. Кроме того, что я хочу есть и спать. Ну, тогда пошли. Или в кровать. Я же вижу, как ты меня глазами ешь. Знаешь что, вот, лично я не против нарушить один из пунктов нашего договора. У нас с тобой фиктивный брак. Заруби себе это на носу. Я пошла спать одна. А ты даже не думай.
Спросить, а вы... Ой, Пика, вот не говори, что ты мне не помнишь. Не, ну как, ну, помню, но я просто... Ну, а что помнишь? Не помню. Ой, мама, больно. Ладно. Так, значит, что? Обратного пути нет? Или как? Ты думаешь, я не знаю, куда девались векселя, которых не досчиталась наша краля? Она, кстати, на меня думает. А вы думаете, это я? Ха, нет. А ты знаешь, что в кабинете Марианны установлена скрытая видеокамера? Берете меня на понт, Валерий Иванович? Это я ее устанавливал. Сначала ты взял один вексель, потом еще. А потом Марианна обнаружила пропажу и купила новый сейф. Так было? Ты к новому сейфу код уже подобрал. Я все видеозаписи смотрел. Но ты не берешь векселя. Чего ждешь? Крученый наш. А я так понимаю, вы шантажировать меня собрались, так? И сколько вам надо? Глупый вопрос. Надо столько, сколько есть. Угу. Так я вам все и отдал.
А вы меня потом сдадите, да? Нашли дурака. И не поверила я своим глазам. Эх, сладно к другому прижималась. Я нужен сегодня. Ага. И уста скользили по устам. Эх, сладно к другому прижималась. Мартин, очухался. Алло, очухался? Головка, болит головка. Ну, дорогой, но... Че я вчера начутил, да? Да не только ты, ну, расслабься, Господи. Ой-ой-ой. Ну, вы так здорово изображали новобрачную. Ой, ой, мама. Особенно, когда твоя эта фату одела, так было весело. Ой, ну, простите, дурака, перепил малька. Ой, слушай, что я пришла-то? Чего? Что-то, мне кажется, вот подозрительно вот это вот женитьба Егора. Что-то вот гложет его. Может, она его шантажирует, а? Нет. Егор не такой мужик. Да подумай. Не, у него не забалуешь. Ну, сама вспомни. Вот невеста его бросила после ранения. Да, да. Он же после этого ни одну женщину не посмотрел даже. Да, да. Татьяна Георгиевна, добрый день. О. А я слышал, у нас гости. А? О. У нас? Ах, вышел унишка. Да, 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 да. Не бойся ты меня. Я тебе предлагаю место в совете директоров. А гарантии-то где? Илюха, ну ты же умный парень. Ну какие гарантии? Какие гарантии? Я после этой чертовой свадьбы, я же не удел. Но вот ты можешь еще под следствием оказаться. Что-то я не прослеживаю логической цепочки между свадьбой, вашим и моим увольнением. Но меня-то вы сдадите, понятное дело, из вредности. А вот вы-то чего волнуетесь? Брак Марианы фиктивный, это ежу понятно. Возможно, вы с ней останетесь в прежних отношениях. А я вам помогу материально. За видео, конечно. Хотя нет. Вы наделаете копии и будете меня опять шантажировать, так? Ой. Так, а ты тут что затеяла? Мою любимую уху готовлю. Ты хоть пробовала, что у тебя выходит? Нет. Ой, рыба не почищена, чешуя плавает. Дай поварёшку. Ведь написал же. Поймай рыбу и все. Я поймала. Да я бы из твоих малявок сообразил бы что-нибудь путное. А из твоего кулинарного шедевра что можно сделать? Вылить? Слушай, я червяков даже голыми руками трогала. Ой, не подумаешь, червяков она руками трогала. Тоже мне подвиг. Так они же не кусаются. Чуть-чуть перегнул. А давайте сделаем так. Я вам дам код от нового сейфа, а вы мне кассетку с видеозаписью, где вы берете векселя. И будут у нас гарантии.
Как вам идейка? Хорош. Остается одна загвоздка. Что нам с Марианной делать? Она же, если пропажа, все равно в полицию ломанется. Да. Опять в тупике. В тупике мы. В тупике, конечно. Тут вот... Нюра! А? Пол-литра нам. Как всегда, нашего, мальчики. Вашего, вашего, конечно. Ты не знаешь, где изба этого егеря? А-а. Я знаю. О. За небольшое вознаграждение готова помочь. Хорошим людям. На озере. А вам давно не делали комплиментов? Вы хотите сделать? Хочу. Вы похожи на солнце. Вы излучаете энергию, тепло и красоту. Ах, как вы меня засмущали. Да-да, это вы. Ой, Илюха, шалун. Ну ладно, ну, не сердись. Я тебя похожую вещь слышал. Вот теперь будешь знать, каково это. Вкусно? В городе таких нет. Лесом пахнет. Хочешь искупаться? Холодно. В этом озере вода замечательная. Матвеич говорил, что это озеро дает мужчинам силу, а женщинам детей. Ходят слухи, что это озеро лечит от бесплодия. Нет, у меня купальника нет. Так ты ж моя жена. Да я отвернулась. Ты прав, брат. Не время. Если бы не я, ее бы грохнули давно. Да. Ты знаешь, что я ее спас? Я! Да эту историю в кадрах по 100 раз рассказываю. С придыханием. Вот. Вот. Марианна. Дрянь. Какая дрянь. Вот ты, Илюха, умный парень. А ты не понимаешь? У нас один только выход. Избавиться от нее. Как-то избавиться. Ну, в лесу всякое бывает. Звери дикие, охотники беглые. Убить, что ли? Да. Перепили, что ли? А ты что предлагаешь? Просто сесть. Нет, тут без радикальных мер не обойтись. Считайте, я ничего не слышу. Ничего не знаю. И вы проспитесь, Валерий Иванович. Нельзя вам много пить. Вон, по пьяни какая ерунда в голову лезет. Ну ты подумай, подумай. Совет директоров, это не шутка. Нет. Я в такие игры не играю, пойду лучше домой посплю. Сядь, сядь, я пошутил. Шутки у вас какие-то невеселые.
Не смешные. Мрачные, я бы сказал. Вы это на мой счет запишите. Все. Не. Завтра расплачусь. Не волнуйтесь. Да я и не волнуюсь. Мое кафе на дороге такси стоит. Фиг у меня проскочишь. Такси! Зря я этому треплу все рассказал. Зря. Алло, Вась? Тут заговор. Заговор, говорю. Убью, говорит. Ну, приезжай срочно. Любовь завьется дымом сладких грез и обожжет огнем влюбленных глаз и разольется море горьких слез и исцелит, и искалечит нас, и мудростью безумства наградит, и боль утраты медом подсластит. Ты знаешь, мне больше нравится «Я лгу тебе». Ты лжешь невольно мне, и кажется, довольным и вполне. Вот почему ты хочешь казаться все время грубым, а? Ты же не такой на самом деле. Да ты решила в моей душе покопаться, да? Нет, мне просто интересно знать, какой ты, мой муж. Так мы же фиктивно женаты, или ты забыла? Пора спать. Пойдем. Давай здесь побудем еще немножко. Здесь хорошо, тихо. Замерзла? Давай, я что-нибудь принесу. Не нужно. Обними меня. Ну, иди сюда. Ты знаешь, я в детстве тоже в городе жил. Но город не по мне. Как-то поехал оттам. Ошалел от шума, суеты. А сейчас там еще больше народу живет. Все бегут куда-то. А я в лесу не могу. Надо, чтобы были условия. Связь постоянная. Нет, я, конечно, могу потерпеть немножко. До холодов. Но здесь все есть. Телевизор, интернет, электричество. А не хватит мощности, я для твоей кофеварки новый генератор куплю. Тихо. Что? Иди в дом. Что? Иди. Зачем уходить? Ну зачем? Можешь мне сказать? Ты можешь меня хоть раз послушать. Зачем? Смотрите, какой гость пожаловал, на ночь глядя. Заблудился? Нет. Просто заехал посмотреть, как вы здесь одни. В лесной глуши. Нормально, хорошо. А ты что зашел? Не покойной ночи же пожелать? Покойный. Именно покойный. Сначала тебе, а потом и ей. Ah!
что, успели? Все живы? Все в порядке. Вот что, сволочь! Мне Нюра все рассказала, Егор. Егор, любимый, ты жив? Ну что, очухался? Спокойно, спокойно. Все в порядке, милый. Егор, ты ранен. Давай, Егор, мы забираем. Ну что, упаковываем, пойдем. Пойдем. Ты ранен? Давай. Все хорошо. Я испугалась. Я подумала, что он тебя убил. Все хорошо. Хорошо. Милая. У тебя загранпаспорт есть? А зачем он мне? Ну ты же не отпустишь меня на переговоры одну. Пожалуйста, не отпускай меня одну никогда. А это все как же? Ну мы же ненадолго. Мы только подпишем контракт с арабами и сразу же сюда. Честное слово.